Всем привет! Сегодня я хочу приготовить кутабы. Это такие плоские пирожки, которые готовятся на сухой сковороде. Я их буду готовить на гриле. Они будут очень красивые, такие рифленые. Готовить буду из теста, которое я готовлю впрок. Для этих пирожков, конечно, можно, вернее, не можно, а по рецепту азербайджанской кухни готовится пресное тесто. Вода, соль, мука и немного растительного масла. Но я приготовлю их из дрожжевого теста с сыром моцарелла. Начинка тоже у этих пирожков может быть как мясная, так и сырная. Может быть просто зелень. У меня будет сегодня зелень и сыр. Тесто я достала из холодильника. Ему уже 4, даже, наверное, 5 дней. Тесто очень нежное, оно готово к применению. Но сейчас я сделаю начинку, а тесто пока еще пускай подождет. Я натру на терке сыр, смешаю с зеленью и яйцом. У меня петрушка, укроп и немного зеленого лука. Сыр у меня моцарелла для пиццы. Яйцо куриное, хотя можно взять и перепелиное, и сыр можно взять другой. Я натерла сыр, порезала мелко зелень. Остается мне все это смешать, и начинка будет готова. Можно немножко подсолить. Если сыр не соленый, и вы любите посоленее, то можно подсолить. Я попробовала сыр, мне достаточно. Все это хорошо я перемешаю, и начинка готова. Готовить я буду в гриле GF гриль 070 с керамическими пластинами, поэтому я его включила, потому что его нужно разогревать 2-3 раза до загорания индикатора, тогда он очень хорошо прогревается и все равномерно прожаривается. Тесто я формирую на тарелке, смазанной маслом. Оно очень пластичное и легко его вот так руками, вернее, из него сформировать нужные изделия. Кутабы, они должны быть в форме полумесяца. И начинку я распределю так, чтобы мне хватило на 3 пирожка. Вот так я сформирую пирожок. Гриль прогрелся. Остается выложить пирожок мой. Можно здесь выпекать 2, но я по одному. Пока будет выпекаться один, я сформирую следующий. Пока я делаю следующий пирожок, у меня за это время будет готов первый. Итак, один за другим они у меня быстренько готовятся. Где-то примерно минут 4-5, и он готов. Вот так очень быстро и легко я делаю кутабы. Прошло 5 минут. Можно вынимать и закладывать следующий. Вот такие красивые кутабы у меня получаются с сыром и зеленью. На 3 кутаба я взяла 120 грамм сыра моцарелла, зелень, одно яйцо. Тесто без замеса, рецепт которого вы найдете на моем канале. Такие кутабы я делала и из слоеного теста, и из пресного. Последний мой пирожок уже почти готов. Я их не переворачиваю, но для того, чтобы показать горячий, что он пропекается равномерно, обе стороны, видите, одинаковые. Мне остается показать вам, какие же они получаются внутри. Вот так выглядят мои
пирожки внутри. Они очень нежные, мягкие и вкусные. Это тесто невероятно хорошо подходит для таких пирогов или пирожков. Я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч, до нового видео. Готовьте со мной, подписывайтесь на канал. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Пока-пока!